гуманитарной помощи НОД России в Ростовской области, организованный штабом НОД России в Ростовской области и мной, Александром Ростовским. Одновременно является складом организации «Донбасс помощь» vk.com/slava_dnb, одноклассники.ru/за свободу. И другие ресурсы slava_dnb.com, usenews.com и еще ряд наших других ресурсов. И, конечно, официальный сайт НОД России, Национально-освободительного движения, rusnod.ru. Вот в настоящий момент загружаем наших братьев из Луганска. Медицина, новокаин, глюкоза, продукты и так далее и тому подобное. Ну, наверное, думаю, тонны 3,5-4 загрузим. В итоге здесь у нас и здесь у нас тоже гуманитарка. Помогаем, чем можем. И вы, друзья, если считаете нужным и возможным помочь, помогите. В описании к этому видео есть вся информация, как, чего, куда, кому позвонить, кому написать и т.д. Те люди, которые помогают, которые понимают, что это нужно делать, вот это и есть настоящие люди. Смешаем, когда придешь отцы. Я не хочу что-то. Я просто думал, что это самое. Генератор для Луганской ОГА. Спасибо ростовскому НОДу, Саше Ростовскому и вообще всем россиянам за помощь Луганскому НОДу, Луганской Народной Республике. И особенно товарищи западенцы, запомните, вот это, что вы говорите, видите, как нас нападает на нас Россия. Она нас кормит, поет, одевает, а вы там говорите, что она нас напала, каждый день бомбит наших детей, а убиваете вы, ваши сыновья и мужья. Но победа будет за нами. Вот этот флаг не только нас вместе, так скажем, объединили. Он нам в данное время помогает выжить в наше такое в тяжелое время. И мы думаем, что мы до конца своей дней будем с вами братьями, как и всегда. Это флаг теперь наш, как и, точно так же наш, как и ваш. Российский НОД – это народно-освободительное движение России. Он очень помогает нам, Донбассу, что в продуктах, что во всех случаях жизни он нас поддерживает материально и духовно. И мы очень ему за это благодарны. Спасибо большое некоммерческой организации «Донбасс помощь» от Луганской Народной Республики за помощь, которую нам она оказывает.